Сегодня во Владимирской области утверждена объемная цифровая стратегия. В фокусе внимания руководителей региона и IT-специалистов 11 отраслей. Они касаются госуправления, образования и науки, транспорта и логистики, здравоохранения, промышленности, кадрового обеспечения, культуры и туризма. На последнем направлении участники стратегической сессии остановились подробнее. Серьезный цифровой апгрейд коснулся работы областного туристского информационного центра. Придуманы, разработаны и реализованы новые онлайн-тур-маршруты и экскурсии. Речь шла и о формате VR-путешествий. Используя этот ресурс, мы можем проводить уроки и семинары, в том числе и для наших школьников. И, собственно говоря, мы в эту сторону двигаемся. Но, включая, что туризм является одним из авангардов, это для нас, конечно же, не про деньги, это про развитие малого бизнеса, это про популяризацию потенциала региона. И мы понимаем, что есть много недоработок, в том числе и по направлению цифровизации, но, тем не менее, нами уже процессы запущены. Цифровые процессы запущены, и в сферу онлайн-доступности госуслуг специалисты внедряют сразу несколько пилотных проектов. Один из них – региональная витрина данных. Благодаря этой идее жители Владимирской области смогут намного проще и быстрее оформлять, например, охотбилеты. Модернизацией программы занимались год. Достаточно времени ушло и на формирование так называемой платформы обратной связи. К ней подключены почти 2000 социально значимых организаций региона и обработаны более 100 тысяч сообщений от жителей разных районов.